Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Linka Game, и мы сегодня будем сражаться в Jurassic World Alive, будем брать самых вот разных гибридов, ну, примерно около 20 уровня, буду стараться брать из последних, да, вот, допустим, Spinonyx, Ardentis Maxima, Gemini Titan, ну, вот еще какие-то интересных, вот этот и недавно был создан мной, в общем-то, буду брать такого вот рода гибридов, их, короче, будем тестить, да. Но перед тем, как мы продолжим, естественно, не забудьте подписаться на канал Jurassic World Ru. У нас именно там выходит основная масса видео про динозавры, а здесь они чисто так, изредка, чтобы вам напомнить, что все видео про динозавров переехали вот сюда, ребятки. Ссылка в описании. Так, ну а мы погнали. Погнали. Так, вот такая у нас есть башня, у нас будет 3 битвы. И, может быть, еще дружеский поединок в конце сделаем. Вот такие вот противнички у нас. Давайте вот так вот сходим. Так, кто у нас тут какого? 110. У них такое интересное существо. За 3 удара убивает кого угодно, да? Контратакой. Так, ордонтозавр у нас есть. Опережающий недоступен щит. Я думаю, блин, кем бы его-то открыться? Ну, наверное, вот с этого парнишки начнем. С крокодильчика. Пуруставр или, да, Пурузавр, это крокодильчик, Пуруставр, да, у нас был, а это у нас Карнотавр, это и есть Пуруставр, от тот же, как у нас назывался, блин, второй крокодильчик, ладно, забыл. Так, ну этот Эритатор это будет, наверное, нам легкая добыча, он нас не атакует первым ударом, а мы сейчас его, может, и не пробьем, конечно, но следующий удар у нас есть вот такой опережающий. Так, мы сейчас его на 33% проатакуем, а он нас не особо должен ударить, да? Смотрите, 33%, хача! А сколько у тебя удар? У него удар вдвое слабее, чем его контратака. Так, ну и вот так вот. Кританул, конечно, да? Ну, вот так вот. И, а где мой щит? А, вот щит, наконец-то. У нас еще есть снайперский удар. Я думаю, мы выдержим. А, у Гаргича какая у него атака? Блин, у него все щит пробивает. А, ну мы атакуем первый, это хорошо. Ну, пробил. Тут ничего не поделаешь. Вот, давай тебя вызовем. Кулабургиана. Такой брахиозавр летающий, блин. Снизим урон. Ну, все равно очень больно. Ну, щиты здесь не спасают. Нейтрализация, в принципе, тоже есть такая неплохая штука. Блин, у Рекса все удары сквозь щит. 1400 перезарядка. Ух ты, ё-моё. Он пробьет. Даже не знаю, вот, что делать. У него просто первый удар будет 1,5 урона. О-хо-хо-хо-хо! Вот это кританул. Блин, и нам прилетел крит. Так. На 90% меньше. Это позволит нам выжить? Должно позволить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что я сделал? Блин, я сейчас проиграю, блин. Я же не добровольно подменился. Он может пробить. Практически пробил. Мы были на волосок от смерти, блин. Рекс, это вам не просто так. Фух. Так, а следующий уровень у нас еще будет более мощный.
Так, а у нас тут вообще возможность проиграть есть хотя бы одна? Ну, у меня там есть Ардентис Максима, который, в принципе, сам неплохо справляется. Так. Ну, тут довольно много всё. Выбор у нас довольно большой. Кто у нас тут есть? Из недавно созданных. Но тут больше никого нет. То есть, более слабее 20-го брать нельзя. Ну, вот этого парня, не знаю, пусть пока в команде будет. Так, битва номер 2. Вот такие вот у нас противники. Так, этими ребятками мы пользовались. Давайте. Вот так пойдем. С кого будем начинать? На него можно подмениться. Так, а Джемини Титан у нас что? Медленный. Ну, блин, даже не знаю, с кого начать. С кого начать, с кого начать? Давайте с Броника начнем. Диораджозавр. Иммунитет. Так, ну я его контратакой, собственно говоря, и добью. Если выживу. Что вряд ли. Ах, не хватило, немножко не хватило. Ну, Джемини Титан довольно живучий. Ну, в принципе, неплохо себя показал. Ну, первый удар не стоит использовать. Такой, конечно. Так. 1900. Блин, вот немножко не хватает нам. Придется сделать так. Блин, не выживем все равно. А ну-ка, какой сейчас будет удар? Блин, а вот лучше бы наоборот было. Двойной, сейчас будет удар пробивающий защиты. Ну что ты будешь делать? Фигня. Чуть-чуть не хватает, чтобы его пробить. Ну, вот это то, о чем я и говорил. Так, Алыч. Блин, Алыч. Ну давай посмотрим, на что ты способен. Оглушение. Ну, слабовато восстановил и умер. Надо было просто подмениться на вот этого парня. Так. Так и так. А, ну давай вот так. Здоровенные птерозавры в этой игре, конечно. Он нас завалил. Вот так сюрприз. Вот это поворот. Чё-то я где-то не подрасчитал. Так, блин, пришлось, ребятки, баблишко заплатить. Ладно, погнали так. А, они уровнем повыше все-таки. Ну ладно, то не страшно. Игра я, естественно,
Здесь динозавра выбрал просто наугад, то есть команда не сыграна, понятия не имею, как их лучше комбинировать, потому возможны всякие косяки. Так, Эрлика Спикс. Двойной. Еле выжил. Ускоримся. Так, Тираниш. Ну, Тираниш нас просто уничтожает. Минус 75. 1300. Так. Дальше вот не знаю. Ладно, давай так. Мало жизни. Не вкачанный он, конечно. О, да тут и крит такой прилетел. Давай, Ардентис Максима, выручай. Ам-нам-нам. Так, это был Рекс. Ну просто да, у меня команда не очень подходящая. У них у всех сквозь щиты и сквозь броню. Ну ладно. Два косаря. Так, нам тут сквозь броню прилетело. Блин, он первым использует удар сквозь броню. То есть я сейчас щит даже не могу поставить. Но нам не понадобится, должны пробивать. А, нет, не пробили, но должны выжить. Блин, еще крит. Еще, конечно, компьютерный противник постоянно криты тут развешивает. Это тоже, конечно, трагически печально. Ну, так намного легче пошло. Так, ну сейчас нужно в команду взять... Кого возьмем? Давайте вместо Джимини Титана возьмем вот такого парня. Ну, чтобы не платить еще раз 200 баксов. Так, а у нас тут противнички будут совсем не кислые. 20, 20, 20, 20. Ну ладно. Крокодильчик мне вот нравится. Пуруставр. Ну ладно. Ну потому что у того же Эрлика Спикса слишком мало жизни. Он реально не может продлить себе жизнь вот с такими противниками. Слишком мало у него жизни. Он реально вот просто окочурится. Так, а вот против этого парня неплохо. Так, двойной урон и снижение урона. Давайте так зарядим ему. А, смотрите. Он себя не усилял. Ну, если он использует усиление, то он проиграл. И, в принципе, обычный удар мы тоже сейчас должны выдержать. 75%. Вот так. Так, ну что, теперь себя ускорим. Ну это фартануло. Был бы какой-то сильный демагер против нас, он бы за два удара прокусил его легко. Думаю, лучше двойной урон. Его будет потом легко пробить кем угодно. Да. Давай броника возьмем. Хотя толку не шибко много. А ну-ка, сквозь щиту и броню. Ну, по крайней мере, контр...
атакой, думал, усиленно его добью, но ладно, и так справились. Ну, у него все удары. Так, это был вот это, сейчас будет прилетать двойной урон. Ну и я тут ничего не смогу сделать. Даже если подменюсь, как-то неприкольно подменяться под самый сильный удар. Выжил? Офигеть. Это была контратака, и мы его добиваем. Ха. Не пригодился трики. Ну, это существо не зря находится в топе многих игроков. В команде топовых игроков. Вот так вот правильнее. Так, торбозавры нужны как раз уже. Рексов хоть попой жуй. И барионексов тоже. Даже их на карте не ловлю. Так. Давайте сейчас глянем, что у нас еще тут есть. Блин, ну вот этого парня... Когда я смогу его прокачать? Сейчас могу. Я пару кетцелей поймал. Блин, ё-моё, 10 штук всего лишь. Так, ну что, ребятки, на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.